Всем привет! Снова идем туда же на рыбалку в Слезы. Надеюсь, что это видео, когда выйдет, там будут пойманные рыбы. Надеюсь, сегодня будет клев. Всем привет! В течение нескольких месяцев я ловил не так давно приобретенной палочкой от фирмы Crazy Fish Perfect Jig 7.6 ULSS. Последняя проводка, говоришь? Нормально, кушара. На последнюю проводку. Сразу вера в приманку увеличилась, да? Что за блесна-то? Crazy Fish? Crazy Fish. Тебе последняя проводка. Ты меняешь приманку. Во. Жареха. Жареха. Ну. Опять прибить. Пока не для будущих поколений. Во. Та же фирма, да? Та же фирма. Как и спиннинг. Как и спиннинг. Это самая младшая из моделей в данной линейке. Как ясно из названия, удочка обязана прекрасно справляться с любыми джиговыми проводками, а тест до 5 грамм и вклеенная вершинка должны способствовать этому с использованием самых популярных микроджиговых весов. Бычок. Бычок, прям понятно было. И к себе спиннинг пытается. С использованием 0,2 шнура комфортная работа для меня начинается с 2 грамм. Это тот минимум, когда и тактильная, и визуальная чувствительность соответствует моим ожиданиям для спиннинга такого ценового диапазона. Есть. Судак. Судак. Вверх. Вверх. Да. Сразу понятно, с таким ударом в глубину дает. 4 грамма. Микрограб. Слушай, он из сетки, походу. Из сетки. В тандеме с Perfect Jig я использую Stradic C4 Plus 16 года в размере 2500. Комплект получается легкий и чувствительный. Получился зацеп, я продернул, стал выматывать, на выматывание уже у берега сел на равномерке.
Есть очень хороший обзор данной модели спиннинга у Олега Ивановича Сезона, где он в безветренный день на Северном Донце тестирует его с самыми различными весами, в том числе легко и непринужденно анимирует мормышки, и окунь отзывается с охотой на предложенные ему приманки. Сам инструмент очень похож типажом и характеристиками на спиннинг классом выше, который некогда я использовал. Микроджиговый джокер от компании Nordic Stage. Вес его всего 100 грамм, при длине 230 сантиметров. Кольца и катушка держать установлены от компании Fuji. Сам бланк достаточно хорошо отрабатывает рывки окуня и бычка, и при правильно настроенном фрикционе не рвет губы и не сливает ваш улов. Часто в том случае, когда вы видите, как окунь сопровождает приманку, но не клюет, либо поклевка происходит на выматывании под берегом, помогает либо смена цвета приманки, либо ускорение проводки в конечной фазе ступеньки. Мне приходилось кидать Perfect Jig, это 6 грамм и небольшая 2-дюймовая резина. Забросы были хлесткие и не было ни малейшего опасения за вклеенную вершинку. Бычок, приглядку. Жесткая короткая вплейка позволяет комфортно работать и с вращающими блеснами до 5 грамм. Пробовал я связать и покидать с этим спиннингом даже мини-отводной. Все здорово. Многие пишут недовольные отзывы про установленный хук-кипер. Да, он установлен слишком близко, и любители положить указательный палец на бланк будут недовольны этим конструкторским решением. Окушок вылетел, ну промазал. Пойнтер 48-й, суспендер.
так тебя разгорячил, дружище. Хороший. Хорошая кушара.